30 апреля – Международный день ветеринарного врача. Недавно семья Лабиновых из Вурнарского района стала победительницей всероссийского конкурса «Трудовые династии ветеринарии». Наша съемочная группа отправилась к Лабиновым и узнала секрет успеха. В труде рождаются герои. И таких людей в семье Лабиновых немало. 49 человек посвятили себя ветеринарному делу. Их общий трудовой стаж внушает не только уважение, но и восхищение. Около 1500 лет. Родоначальник врачебной династии Павел Гаврилович. Его дети продолжили трудиться на этом поприще. Аркадий Павлович Лабинов проработал ветеринаром больше 50 лет. Боролся со многими опасными болезнями не только в республике, но и за рубежом. Вот по сибирской язве, по другим заболеваниям, мне пришлось 2 года работать в Монголии. Делали загон, как воронку, загоняли лошадей. У выхода оставляли только на ширину лошади, чтобы последние поодиночке выходили. Мы в это время успевали делать прививки. Профессия, работа учила родину любить, во-первых, народ любить. Народ спасти, чтобы у народа животные были здоровые, целые. Если бы я родился заново, я бы пошел в ветеринары. Для многих родственников Аркадий Павлович – пример для подражания. Ну, он мудрый мужик, молодец. Это у нас образец, как говорится, образец сам династии. Вот Павловы, там Ливановы у нас, Кирилловы. Это наша родня. В династии Лабиновых каждый добился признания в своем деле. Представителей уникальной семьи можно встретить во многих уголках России. Доктора и кандидаты ветеринарных, биологических и сельскохозяйственных наук, профессора, врачи. Традиция живет и по сей день. Николай Алексеев преподавал в Урнарском сельхозтехникуме 40 лет. По республике нашей мои выпускники работают. Специальность, конечно, ветеринары – это ответственный, сложный. И поэтому надо тут конкретно заниматься. Никогда, что сегодня начали, сегодня же надо заканчивать, и чтобы спокойно спать, чтобы не допустить такие распространения инфекционных болезней. Это очень ответственная работа. Ветеринарная семья Лабиновых уникальна. Их трудовые заслуги ценят во всей стране. Недаром они стали победителями всероссийского конкурса «Трудовые династии ветеринарии». Татьяна Леонтьева, Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика.